Друзья, привет! Я решила выйти в эфир, с вами поболтать о чем-нибудь. Давно не выходила. Так, жду, когда кто-нибудь присоединится. Да, всем привет! Рада вас видеть всех. Мои любимые. Я когда выхожу в эфир, у меня такая энергетика просто прёт. Я аж прям кайфую, когда выхожу. Но делаю это почему-то редко. И я с вами... Даже не знаю, какую тему хочу обсуждать. Давайте вы накидывайте вопросы свои. И, как обычно, вопрос-ответ. И классно, можно будет за что-нибудь зацепиться и поболтать с вами. Мне нужна вот эта ваша энергия. Мне прям нужно о чем-то с вами поговорить, проявиться. Я сейчас делала волшебные эти магические таблетки, и у каждого второго один и тот же вопрос. Я боюсь проявляться, я боюсь выходить в эфиры, я боюсь там фотографироваться, мне страшно там что-то делать. А вдруг там что-то не так подумают и так далее. Я перед каждым эфиром тоже испытываю такое чувство, что мне страшно нажать на кнопочку эфира. Но я это делаю, выхожу, потом забываю, что вообще меня смотрят, и болтаю сама собой. Если не нужно стягивать энергию на желание конкретное, то как же профессиональные цели? Никто не говорит, что не нужно ставить цели. Я ставлю цели себе, и я прописываю себе желания. У меня есть тетрадка желаний. Вот. Но я не придаю большой важности к этим внешним целям. Для меня внутренние изменения важнее. И эти желания просто направляют мой фокус внимания. То, что... Ну, я знаю, что я хочу, но... Не сижу и не колдую над этими желаниями, не пытаюсь там бороться с обстоятельствами, чтобы их добиться. Вот. Я просто знаю о них, да, то, что я хочу. И важность отпускаю. Мне не интересно, каким способом, вернее, даже не так. Мне наоборот интересно, как это все осуществится, но я буду как наблюдатель. Просто как наблюдатель, с интересом наблюдать. Интересно, а как вот это будет, а как вот это будет? И отпускаю это. Когда мы гоняемся с вами за целями, за желаниями, боремся за них, мы упускаем жизнь в моменте, здесь, сейчас. Мы не кайфуем, не наслаждаемся настоящим моментом. И когда мы пытаемся чего-то достичь такими грубыми способами, специальными какими-то, где приходится переступать через себя, чем-то жертвовать и так далее, то, естественно, мы перетягиваем энергию из одной сферы в другую. И если мы чего-то добиваемся, оглянитесь на вашу жизнь, вы еще и что-то теряете. У вас что-то разрушается. Не бывает такого, чтобы вы все получали, достигая своей цели, и при этом у вас еще и старое оставалось. Нет, вы разрушаете старое. Но если вы готовы к таким переменам, чтобы одно разрушалось, новое приходило, это тоже нормально. Вот. Но будьте готовы, если у вас на целях прям стоит такая важность, что вот все, вот я буду счастлив только когда этой цели добьюсь, то, конечно, когда вы добиваетесь этой цели, вы несчастливы, потому что счастье совсем не в целях внешних. Счастье, оно внутреннее. Это такая тихая радость, когда ты в настоящем моменте наслаждаешься, что-то делаешь, вот прямо сейчас то, что ты можешь делать. И балдеешь от того, что как обстоятельства классно вот в данный момент, вот здесь сейчас складываются вот для того, чтобы проживать вот этот момент классный. А когда вы мыслями все время в каких-то своих целях и желаниях, вы в будущем живете, вас в настоящем моменте нет. Когда вас нет в настоящем моменте, подарки здесь сейчас вы получить не можете. Вас нет, никому эти подарки вам отдать. Это вот грубо говоря, да. Вы что-то пожелали, почтальон вышел вам их отдать, эти подарки, а вас дома нету. Потому что вы где-то там находитесь, в достигаторстве,
продумываете там планы на будущее, а вот этот момент, который вот единственный существующий сейчас, да, вы его упускаете. Понятно, вам придется разрушать очень много, и счастья нету там, где-то там. Оно всегда в моменте. И когда вы научитесь жить из изобилия, что вот прямо сейчас, в эту секунду, у вас уже все есть для проживания этого момента, есть столько вещей вокруг вас, зная о каких-то целях, да, зная о каких-то желаниях, неважно как, мне интересно понаблюдать, как они сбудутся, вы все равно фокусируетесь на настоящем моменте, а не в будущем. Ну, я надеюсь, нормально я объяснила, понятно. Так, ноги отнимаются на фоне стресса, как не реагировать? Ну, надо разобраться, да, со стрессом, что его вызывает, и с этого стресса уйти. Если, например, стресс по поводу отношений, то ну, нужно поработать над собой и понять, что транслируют эти отношения. Если стресс по поводу там, денег, нужно понять, для чего вам деньги, что вам это даст, что вы хотите там приобрести или закрыть долги. Тоже нужно поработать с долгами к себе. Если у вас сейчас желания не исполняются какие-то, долги не закрываются, значит, у вас проблемы в настоящем моменте. Не в прошлом, не в будущем, да, в настоящем моменте. Вот нужно разбираться. И эти проблемы нет энергии. То есть, если у вас есть энергия в настоящем моменте, то вы можете вот так вот щелкать ваши желания. Они просто сбываются на ура. Но если у вас нет энергии, да, то, конечно, вы будете испытывать стресс. Надо фокусироваться на том, где взять энергию. Энергия, она у нас... есть, когда мы живем в настоящем моменте, мы не можем ее генерировать и создавать, если мы находимся где-то в будущих или в прошлых мыслях о чем-то там. Когда мы проживаем здесь сейчас и понимаем, да, что у нас есть, что мы делаем, что, какую пользу мы приносим миру, каким творчеством занимаемся, наслаждаемся этим творчеством и не фокусируемся на итогах и результатах этого творчества, а фокусируемся на том, что это творчество помогает мне проявляться. То есть что такое жизнь? Это проявление. Жизнь — это когда в материю воплощается что-то из ничего. Вот как негатив, фотка, да, превращается в фотографию, когда мы проявили и увидели изображение. Точно так же мы пустота, мы ничто, и мы своим фокусом внимания творим этот мир физически, да, мы материализуем себя и все, что у нас вокруг есть, можно сказать, из пустоты, из ничего. То есть мы творцы с вами, мы творим. И нам нужно себя проявить. То есть мы проявились уже в виде этого тела, мы проявили себя в виде желания жить, мы проявили себя с помощью каких-то там действий. Все, что у нас вокруг есть, это мы тоже проявили из пустоты в что-то. И проявляясь в моменте проявления, в моменте действия, у нас есть энергия. Энергия — это просто движение, это фокус нашего внимания, это просто фокус любви, с помощью которой мы это все создаем. И когда мы не концентрируемся на каких-то внешних вещах, которые мы хотим создать или которые мы уже создали, а на внутреннем, от того, как мы проявляемся, наслаждаемся этим, да, тогда у нас есть энергия. Если есть энергия, есть деньги, есть блага. Так. Что там еще? До сих пор боюсь, позор. Я же должна с темой идти, я же должна идти с конкретной темой. Анна, вы ничего не должны. Людям не важно, что вы делаете. Людям не важно, что вы и как проявляетесь, что вы говорите, какую пользу вы несете. Это все не важно. Важно только то, что... Все, что вы делаете, важно только для вас, потому что все, что вы делаете, дает вам энергию. Людям нужна только энергия, больше им ничего не нужно. Если вы, проявляясь для себя, генерируете энергию, да, приносите себе пользу,
вы приносите себе радость, вы счастливы от этого, то тогда люди вокруг получают то, зачем они пришли к вам. А им нужна только энергия. В каком виде вы ее будете генерировать для себя, что вы будете делать, вообще людям пофигу. То есть вы должны проявляться для себя. То есть если вы не проявляетесь, не действуете по своим желаниям, не хотите что-то делать для себя, у вас нет энергии, вам нечего людям дать. Когда у вас нет энергии, вы не можете людям дать эту энергию, вы ее стягиваете у других людей, поэтому они недовольны. Они недовольны вашим проявлением, потому что вы сами от этого не кайфуете. Так. Упала в канаву, содрала ляжку в кровь, на другой ноге на пальце оторвался ноготь. Первый месяц на Бали прилетела. О чем? В бинтах лежу. Так, нога, пальцы. Опять же, куда-то идти. Ну, грубо говоря, вы идете куда-то не туда, в том плане, что опять фокусировка, скорее всего, на внешних желаниях, на внешней какой-то радости, а не на внутренней. Вы приехали на Бали там, почувствовать себя лучше или там, ощутить комфорт, закрыв внутренний недостаток этого кайфа, радости, комфорта. Ну, то есть вы, получается, пытаетесь стянуть энергию из внешних желаний. Даже не знаю, как еще объяснить. Ну, если бы вы, может быть, обрисовали ситуацию более подробно, да, что было у вас, да, какие ситуации, какие там конфликты с собой, можно было бы больше ответить. Я же не знаю, что у вас там происходит. Может быть, у вас проблема с родственниками, там, я не знаю, с любимым человеком или с деньгами, или еще с чем-то. Вот, нужно как-то больше, наверное, картину, так я не скажу. Так, а если визуализацию сделать просто утренним ритуалом и посвящать это время работе мозга, что в этом плохого? Это же тренирует мозг и меняет реальность мгновенно. Ну, меняет реальность, но вы с одного будете перетаскивать энергию в другое, и все. Ни это неплохо, ни хорошо. Делайте. В чем проблема? Просто вы не генерируете новую. Вы этой энергией просто жонглируете. Вы ее с одного места взяли, в другое перетащили. Когда вам будет не важно ваши цели, ваши желания, когда вам важно будет только единственное получать любовь и кайф, наслаждаться настоящим моментом, и когда вам внешняя мишура вот эта вот будет не важна, тогда вы будете новую энергию генерировать на свои желания, которые, в принципе, и так уже все исполнены. Есть какие-то шаблоны, из-за которых вы их не видите, либо что-то вы себе не разрешаете, и для этого есть какие-то причины. Если у вас нет денег, у вас есть причины, вы проходите какой-то опыт, какие-то уроки, вам нужно чему-то научиться. Если там у вас проблемы там, с отношениями, то же самое, вы проходите опыт, вам выгодно, вы сами не хотите эти отношения, потому что, возможно, вы сравниваете там отношения, которые были там в прошлом, и вы думаете, что там все повторится, хотя опыт не может повторяться. Вы можете наступать на грабли только в том случае, если вы не прошли этот опыт. Если вы прошли, он повторяться не может. Поэтому всегда нужно выносить уроки из всего, что вы делаете. Так. Визуализация и проживание жизни в будущем — это разные вещи. Разные вещи. Но вы можете экспериментировать и сами наблюдать, как вы перетягиваете энергию из одного состояния в другое. То есть, что мне доказывать вам? Наблюдайте. Если визуализация, она очень хорошо исполняет желания. Прям очень хорошо. Другой вопрос. Вы гоняетесь за этими желаниями ради чего? Да, что вы хотите получить? То есть вы от внешней этой мишуры хотите получить чего-то, да? То, что вы не чувствуете сами по себе, просто живя и проявляясь. То есть, если нам хочется любви, мы ищем там мужчину, женщину, чтобы
с них эту любовь поиметь, потому что у нас ее внутри к самому себе нету, допустим, да. Ну, вы добьетесь этого мужчину, хорошо. Но вы только усугубите ситуацию, потому что вы урок не понимаете от того, что вы себя не любите, да, вы хотите эту энергию поиметь от мужика. И, естественно, отношения будут проблемными. Когда вы понимаете, что вы и так себя любите, вы и так самодостаточны, вам не нужны какие-то внешние причины закрывать внутренние дыры там, внешними источниками, там, мужчинами. Мужчина будет рядом сам с собой, вы даже не осознаете, даже не заметите, как он уже будет с вами рядом, допустим. Только потому, что ваша внутренняя энергия, ваша любовь к себе, того, что вы ее генерируете для себя, она уже притянет всех, кто хочет получить эту энергию от вас. От нас все хотят только энергии. Так, я стараюсь жить здесь сейчас, и даже когда-то что-то делаю, мысли мешают быть в моменте. Вот иногда в эйфории бегаю, кажется, в моменте. Мозг отключать при занятии. Анна, я тебе сделала таблетку волшебную. Читай ее, там все есть ответы для тебя. Если мужу не нравится мое творчество, говорит, хватит кривляться, как быть? Значит, вы сами себя недооцениваете. Ему не нравится ваше проявление, потому что вам, возможно, что-то не нравится. Вы кривляетесь для чего? Ну, наверное, в Инстаграм или где? Где вы кривляетесь, я не знаю. Чтобы быть интересной, чтобы быть нужной или что. То есть вам нужно задать себе вопросы и спросить, для чего я это вообще делаю? Не переигрываете ли вы в этом, да, чтобы для кого-то показаться какой-то там другой, и чтобы вот вас похвалили, и вы такая классная и так далее. Если вы это делаете для других, не для себя, да, то вот вас и будут критиковать. Когда вы для себя это делаете, ну, то зеркало мира вам не может отражать другое. Если вы видите критику в реальности, в зеркале мира, то значит, вы себя где-то внутри критикуете, где-то вы собой недовольны, где-то что-то вам не хватает. Внешний мир нам всегда показывает нас. Плюс то, что нам не нравится, нам нужно переводить эти недостатки в таланты, обнаруживать в себе и как-то это использовать. Если еще вас критикуют, значит, нужно подумать, как я сама могу критику в плюс использовать, а не в минус. Что такое критика? Это обнаруживать какие-то узкие места, недоработанные, для того, чтобы себя расширить. Не улучшить, мы и так идеальны. А для того, чтобы себя расширить, познать больше, то есть критику можно использовать в плюс как точку роста, допустим. Подумайте, где вы себя критикуете, принижаете, недостаточно там хороши, и займитесь прокачкой вот этих моментов. Можно так сделать. Раскройте, пожалуйста, попсовую тему, как вернуть бывшего. Никогда не возвращайте бывшего, ребят, ну вы чего? Все, что ушло, вам было дано для каких-то уроков, и сейчас придет в 1000 раз лучше, если вы эти уроки прошли. Не надо вам бывших возвращать. Если вы даже в начале знакомства или там в течение вашего общения видите, что уже что-то не нравится, какие-то там внутри у вас интуитивные вещи происходят, что вот что-то не так, да, ну не надо здесь сидеть и себя обманывать в том, что, блин, будет лучше, он там исправится, я исправлюсь, не надо себя обманывать. Вам придет идеальный мужчина, как только вы прошлое отпустите. Не ворошите вообще это прошлое. Если он ушел, это было ваше желание. Вы ушли, тоже ваше желание. Расстались, ваше желание. Не нужен, значит, вам этот человек. Я даже не буду эту тему раскрывать, там, возвращать кого-то. Это склеивать разбитую вазу, смысла нету. Я не вижу в этом прикола. Добрый день. Что осознать с хроническим насморком у сына 5 лет? Выздоравливает, но не до конца. Но мы создаем себе условия внешние.
для того, чтобы себе что-то показать внутри. И мы создаем с вами также токсичную еду. И когда насморк, когда какая-то чистка в организме, значит, вы кормите сына токсинами какими-то. Ну, понятно, сейчас все едят яд. Все, что в магазине продают, сплошной яд. Поменяйте питание, чтобы у него насморк прошел. Вот. Ну, плюс это какое-то внутреннее сожаление, внутренние какие-то слезы, внутренняя обида, возможно, по психосоматике. Кого-то вы не простили, где-то у вас сидит такой червячок о том, что что-то вы сделали не так, либо вы себя вините. Ну и обида на других — это когда мы себя виним, что мы где-то не так поступили. Вот. Еда, внешние какие-то факторы, которые влияют на здоровье и на наше психическое, внутреннее, физическое, да. Мы просто создаем для того, чтобы себе показать какие-то психологические проблемы. Но одновременно надо и с физическим миром тоже работать, не только с психосоматикой. Во-первых, поменяйте питание. Вот, питание вижу максимально здоровое, растительное по максимуму. Все равно в этом питании где-то есть какие-то токсины. Потому что у вас в мышлении что-то токсичное есть. Токсичное мышление в виде, вот говорю, стресса в прошлом. Какая-то обида. Где-то вы не разобрали какую-то вину или еще что-то. Подумайте. Опять же, это все надо глубоко копать. С маленькими данными сложно, конечно, сказать. Так, была травма крестца в детстве. Сросся неправильно. Теперь последствия из прошлого, а не из того, что что-то в настоящем не так делаю. Давайте так, это мое мнение, я буду всегда так говорить. Прошлого не существует. Мы создаем прошлое прямо в настоящем моменте. Здесь и сейчас, в этот момент создаются все реальности прошлого, настоящего, будущего, все варианты событий, которые мы проживаем. И прошлое — это суждение о прошлом, но не есть факт. И все, что мы вспоминаем о прошлом, мы вспоминаем ту реальность, которая должна просто нам подсказать, как мы живем в настоящем, грубо говоря, так. Это мое мнение. Вот, буду повторять это, чтобы вы не брали за правду мою правду, да, и искали свою. Но я просто делюсь, если вдруг моя правда с вами резонирует, и вы можете это как-то использовать себе на пользу, это будет хорошо. Вот. Но вообще не верьте никому. Верьте себе, да, и как вы чувствуете интуитивно. Так, был конфликт с мужем в этот вечер, и я пошла специально погулять, чтобы один посидел, и вот упала в канаву. А, ну вот, как раз я почему-то про мужика и сказала, да, что мы какой-то конфликт имели, что-то делаем не так. Тебе надо разбираться в отношениях, да, что ты хочешь от него поиметь, чего тебе внутри не хватает к самой себе, да, понять. Какие-то претензии, мы перекладываем ответственность, да, что-то он делает не так, хотя все причина в нас. Как генерировать новую энергию? Посмотрите мой эфир прошлый, я там вот об этом рассказываю. Когда визуализация ради визуализации, а не ради желания. Так, правильно. Зачем вам визуализировать? Вот зачем? Живите настоящим, наслаждайтесь всем, что у вас вот прямо сейчас есть. И не визуализировать надо, а благодарность испытывать к тому, что во всех временах, во всех параллельных реальностях прошлого, будущего, настоящего, которые прямо сейчас творятся, люди вам прямо сейчас, люди всего мира во всех временах создают желание, которое вы прямо сейчас хотите вот здесь, сейчас исполнить, оно уже исполняется, потому что вам во всех временах, во всех параллельных реальностях вам сейчас его делают.
Например, вы хотите попить чай. Мой любимый пример. Вам прямо сейчас, в данную секунду, все люди во всех реальностях изобретают кружку, сажают чай, собирают чай, пакуют чай, делают ложки, делают дизайн, создают материалы, вообще придумывают таблицу Менделеева. Вам прямо сейчас создают условия, там электричество изобретают. В эту секунду нету прошлого, нет будущего. В эту секунду на всех частотах, как в радио, существуют одновременно все реальности, где все вот прямо сейчас, в эту секунду, в ответ на ваше желание создают здесь сейчас все, что вы хотите, все, что вы имеете. Зачем гоняться за будущими желаниями? Вы хотя бы насладитесь тем, что вы уже прямо сейчас исполнили, и что у вас есть эта долбанная кружка со столом. Куда вы вечно бежите и гоняетесь, не понимая то, что в данную секунду вам мир уже все дал. Вы в квартире сидите, у вас этот прекрасный мир, там деревья у вас вокруг, птички поют, солнышко у вас есть, воздух у вас есть, одежда у вас есть, кровать. Вы все время зачем-то гоняетесь от недостатка вот этой пустоты, потому что не осознаете, какие вы офигенные творцы вот прямо сейчас, в ответ на ваше желание сидеть, смотреть этот эфир, вам создали телефон, компьютер, интернет. Поблагодарите весь мир, всех людей, всех участников прямо сейчас, которые вам это создают, и вы уже пьете этот чай, или вы смотрите сейчас этот эфир, потому что в эту секунду, в этот миг, который единственный существует, и он вечен и бесконечен, вам прямо сейчас все создают. А вы опять куда-то бежите, визуализировать, не визуализировать, нужно ставить цели, не нужно, нужны там желания, хватит, вот остановитесь, просто начните жить вот сейчас. Вы прямо сейчас хотите, вот прямо сейчас, вот прямо в эту секунду хотите платье, потому что на вечер вас пригласили в ресторан, у вас нет платья, у вас нет денег. Прямо сейчас поблагодарите всех людей, которые создали вам это платье. Вот оно уже создано, висит в магазине. Прямо сейчас вам строят магазин и построили. В одной параллельной реальности вам строят магазин. В другой шьют платье. В третьем вам уже повесили это платье в магазине. В четвертом вам уже кассовый аппарат создают. В пятой вам этот кассовый аппарат уже создали. Там еще в какой-то реальности вам создают деньги. Еще в какой-то реальности эти деньги уже создали, где-то вам уже дали работу, где-то вы уже поработали, вы уже все это получили. Просто поблагодарите и скажите себе: интересно понаблюдать, как сейчас я пойду на вечер в классном платье, как сейчас люди, участвующие в процессе моего желания, прямо сейчас это все создают. И вы в этот момент что делаете? Вы не находитесь в будущем, вы не находитесь в визуализациях, вы не находитесь в прошлом, вы прям наслаждаетесь этим моментом, кайфуя от того, какой вы творец прямо здесь и сейчас, создающий весь этот мир. Все люди — это вы, клетки вашего головного мозга, проекция. Вы сами себе, как творец, есть все, и все проявлено — это тоже вы. И вы даже не тело, вы не ум. Вы, ну, такое сознание, вы даже не сознаете, кто вы. И вы гоняетесь за какой-то мелочью, которая якобы вам принесет счастье. А счастье вот оно. Осознание того, что прям в этот момент вы, как творец, на свое желание прям здесь сейчас создаете все, что вы хотите. И даже не надо фокусироваться, создавать, что вы хотите, вы уже и так проживаете этот момент, пожелав все это. То есть наша жизнь — это воплощение наших желаний. Выше разум, я не знаю, как это. Кто скажет Бог, кто скажет Аллах, кто скажет... Выше разум, да, как высшее я. Как это можно все назвать? Это нечто и ничто одновременно, которое создает себя, проявляет себя в материи. Вы себя проявили в сознании вот этого тела, в этом аватаре, чтобы себя чувствовать, как вы проявляетесь. И во всех аватарах вокруг себя тоже вы. И вы все это для себя сами делаете.
Когда вы понимаете, кто вы, наслаждаетесь благодарностью, что вы сейчас во всех временах, во всех параллельных реальностях, еще раз повторю, создаете себе все, что вы в данную секунду уже имеете: кофту, телефон, еду, там, ну, все, что вокруг вас находится, воздух, эту планету. Это же, ну, такой кайф, это же такая любовь. Вы своим фокусом внимания даете с помощью благодарности каждому, кто это создает, вашей клеточке, вашей части вас, кто создает в данную секунду все вот это, чтобы у вас прямо сейчас это было, потерялось мысленно. Так, еще раз, вы создаете сейчас с благодарностью, проживая в этот момент здесь сейчас, кайф, радость, любовь, создаете энергию, которая вот это все воплощает, и к чему я вела, я потерялась. Сейчас, подождите. Я просто читаю сообщение и, блин, сбилась с мысли. Я сейчас вспомню, дайте прочитать, что там еще. Подождите. Минутка, сейчас меня торкнет. Так. Так, подождите, ребята, я вообще с мысли сбилась, у меня просто вот кто-то колдует, чтобы я не смогла разговаривать. У меня просто в голове пустота, я ни одной мысли не могу словить. Что это такое? Мы не ценим ничего и гоняемся за всякой мелочью. Ну, конечно, мы себя как Творца, как Бога не ценим вообще. То, что мы сейчас во всех параллельных реальностях создаем с вами этот офигенный мир. Он такой крутой. Вот прямо сейчас у нас есть все. Если мы вот прямо сейчас не понимаем это, у нас всегда будет недостаток всего, и мы будем бесконечно гоняться и бесконечно сливать эту энергию, переливать ее из одного. Визуализация тренирует мозг на благодарность и все, о чем вы говорите. Боже, идите визуализируйте, идите визуализируйте. Отстаньте от меня, пожалуйста, не надо доказывать мне свою правду. Кайфуйте от того, что вы там визуализируете, стягиваете энергию с одного, с другого. Вообще, то, что я хочу вам сказать, это вот такой масштаб, а вы вот в такой вот малюсенькой хуйне вот просто сидите, и вы даже не понимаете, и вообще глаза шире откройте. Вот вы спите просто, спите. И я не знаю, как вам объяснить, чтобы вы глаза свои открыли, и осознали вообще другие вещи, более глобальные. Вы так узко смотрите на мир, ну вот просто, ну капец. Я не знаю, как вам объяснить это. Вы уже со своей визуализацией, вот просто вы себя замучили, наверное. Визуализируйте, окей, нет проблем. Если ваша правда вашей сливой делает сейчас, но вы пройдете этот урок рано или поздно, вы поймете, на каких мелких вещах вы концентрируетесь, и вы не понимаете, как можно вот прямо сейчас иметь все, что вы хотите. Потому что вы зациклены на визуализации, создании вот какого-то куска, какого-то желания, чтобы вот порадоваться наконец-то, вот что вот я вот это вот завизуализировала, создала вот эту внешнюю мишуру, эту фигню внешнюю, которая не имеет никакого значения. Но вот вы дойдете до этого, я надеюсь, когда-нибудь. Визуализируйте, проходите свои уроки. Значит, пока, ну, не время вам осознать вот эту глобальную фигню всю. Расскажи про медитацию. Здесь сейчас, когда погружаешься, успокаиваешься. Я не медитирую. Зачем мне медитировать? Я просто сердцем чувствую благодарность от того, что здесь сейчас я создаю. Я создаю. В ответ на свое желание. Вот у меня есть желание прямо сейчас вести эфир. Я в моменте нахожусь все время. У меня есть желание эфир вести.
И куда мой взгляд бы не упал, я прям здесь сейчас, у меня миллиарды, 400 миллиардов мыслей, я их осознаю от того, что нифига, и вот сколько людей, клеточек меня в других аватарах прямо сейчас во всех параллельных реальностях трудились и создавали все: стол, там, мышку, интернет, компьютер, дом, планету всю эту. Вот все, что у меня сейчас есть, я прям ощущаю это, вот прям вот на коже вот мурашки. Я это осознаю, что вот я прям сейчас своим желанием воплотила эту планету, воплотила этот мир, проживая вот этот миг. Я когда пожелала, из-за моего желания родилось все, что я сейчас имею. Родились люди, которые пошли изобретать все, что вот есть в нашем мире, каждую песчинку. Вот в эту секунду я своим желанием дала жизнь каждому человеку. Если бы у меня не было бы этого желания там что-то иметь здесь, сейчас, то люди бы мне были бы не нужны. Планета бы мне была бы не нужна. Когда мы не нужны, у нас нет смысла жить. У людей есть смысл жить только благодаря нашим желаниям. Понимаете? Я своим желанием попить чай воплотила в реальность всех этих людей, создала все эти реальности параллельные, чтобы все это связать и получить в этот момент все, что я хочу прямо сейчас. Все, что исполнилось, это мои желания. Все, чего нет прямо сейчас у меня, это не мои желания, это навязанные рекламой, там, социумом, всякой фигней, микрофлорой, паразитом, которые там у нас миллиарды особей живут. Все, что у меня сейчас отсутствует здесь сейчас, это не мое желание. Зачем мне вообще их визуализировать нахрен? Мои желания исполнились все. Вот в данную секунду все, что я имею, это есть все мои желания души, Бога, Творца, Аллаха, там, кого угодно, как можно назвать, высшего разума. Зачем чего-то хотеть, если и так мое желание воплощает весь этот мир? Каждый человек родился в ответ на мое желание. Проживать этот миг в эту секунду. Как только я хочу выйти в эфир, да, смотрите, сколько людей создало все эти условия для меня. И благодаря моему желанию я дала людям жить. Потому что жизнь — это проявление, проявляться, что-то делать, воплощаться. Если бы у меня не было желания иметь интернет, телефон и выйти в эфир, то люди бы не смогли жить на этой планете, понимаете? Потому что они не смогли бы воплотиться и сделать то, что я хочу. Давайте другими словами. Другими словами. Люди пошли на работу изобретать кружку не потому что, почему-то, да, потому что мне чай нужно попить. Благодаря моему желанию попить чай люди смогли проявиться, и у них появилась работа. И они смогли на этой работе сделать кружку. Они же не просто так выращивали чай. Если он никому не нужен, зачем его выращивать? Если кружка никому не нужна, зачем ее делать? Благодаря нашим встречным желаниям всем вокруг мы проявляемся, мы друг другу даем жизнь благодаря нашим желаниям. Понимаете? Если бы вам не нужен был бы мой эфир, я бы не смогла его проявить. У вас у всех, кто меня смотрит сейчас, есть желание что-то услышать, да, для своего роста. И если бы у вас этого желания бы не было, я бы не смогла его вести. Мне некому было бы его вести. Я бы не смогла проявиться. Я бы не смогла проявить свое желание. И тогда у меня бы не было энергии.
не было бы энергии, меня бы не было вообще, я бы не жила, я бы отсутствовала в этом мире. Но я сейчас воплощаюсь в эту секунду благодаря вашим встречным желаниям. Мое желание проявиться, а ваше желание получить то, что я могу дать. Мое желание дать то, что вы хотите, по вашим встречным желаниям. Понимаете? Здесь сейчас все ваши желания исполняются. В данную секунду у вас во всех ваших телах, вы себе во всех реальностях, на всех частотах, в параллельных, создаете все для вот этой секунды. Какая нахрен визуализация, еще раз говорю. Зачем она вам нужна? Почему вы не живете в настоящем моменте? Как только вы понимаете, кто вы, для чего вы воплощаетесь, и как ваши желания создают всех людей и дают им работу, чтобы они проявились в ответ на ваши желания, вы находитесь в настоящем моменте, вы в благодарности. Как только вы поблагодарили всех, кто сейчас все это вам устроил, вы им отдали с помощью благодарности, вы им отдали свою энергию. И с помощью этой энергии они смогли проявиться. Когда я пью чай, я благодарю весь мир за то, что он создавал мне это все. Я отдаю дань за проявление всех людей. Понятно, у меня в этот момент появляется энергия. Я ее генерирую за счет того, что я ее отдаю. Это обмен такой у нас. Пока у нас этого момента нету, в моменте визуализации развиваешь любое дело. Отстаньте от меня со своей визуализацией. Я говорю о глобальных вещах. Вы о какой-то хуйне маленькой вообще. Зачем она мне нужна? Развивайте лобную долю свою. Все оставшееся время живет здесь сейчас благодарности. Боже, развивайте свою лобную долю. Мне некогда. Каждую секунду времени мне некогда визуализировать ничего. И я не хочу терять каждый миг на то, чтобы визуализировать свои желания, потому что они уже есть. Я наслаждаюсь тем, что у меня уже есть. Зачем мне еще чего-то визуализировать? В тот момент, когда я буду что-то визуализировать и чего-то там хотеть развивать лобную долю, я упущу момент кайфа. Вот просто такой масштабной энергии, которая просто весь мир отдает мне энергию. Каждый человек, каждое его проявление, каждая секунда отдает мне сейчас куча энергии. Как только я займусь вот этой вот визуализацией, у меня просто поток йог. Вот нету этого потока. Мне тоже некогда. Так что вы меня съёбываете с этой визуализацией? Просто не пишите мне сейчас, я нервничать начинаю. Не отвлекайте меня и людей какой-то ерундой. Иногда настроение падает, визуализация приходит на помощь. Визуализируйте. А мы с другими будем наслаждаться каждой секундой этого времени и благодарить весь мир, каждую секунду отдавая ему дань за то, что мы обмениваемся сейчас энергией, и просто наслаждаться этим моментом. Все, зачем нам куда-то спешить, зачем нам чего-то бояться, зачем нам вообще думать о будущем. Здесь сейчас я благодарю каждого человека, который сейчас встречными своими желаниями дал мне воплотить мое желание проявиться, дал мне работу, дал мне сейчас быть, существовать. Все ваши встречные желания, они мои, потому что мы все одно целое, мы все один организм, мы все один разум. Просто мы размножились на разные аватары. Мы, я размножилась на разные аватары. Высшее я. И чтобы быстрее воплотить во всех реальностях, во всех временах, в данную секунду проявление свое какое-то. Я каждую секунду наслаждаюсь этим миром от того, что вот я сейчас пожелала чая, я его пью, весь мир мне его создает. Я благодарю себя, и я благодарю каждого за то, что прямо сейчас изобретают мне эту кружку, прямо сейчас мне изобретают этот телефон, который уже вот сейчас у меня есть. В одном эфире его изобретают, в другом делают там дизайн, в третьем интернет и так далее, и так далее. Во всех реальностях, которые в настоящем моменте существуют, прошлого нету, нету будущего, никогда не будет. Вот есть только этот миг, которым вы обязаны
наслаждаться и благодарить за то, что вы его создаете, проживаете, и тогда вы вот в настоящем моменте находитесь. Не осознавая этот настоящий момент, как вы его творите и для чего вы его творите, вы не сможете находиться в настоящем моменте. Вы будете визуализировать, вы будете гоняться за внешней мишурой, вы будете гоняться за желаниями, которых у вас нет, и они не ваши. Если в данную секунду у вас чего-то нет, это не ваше желание, оно вам не нужно. В эту секунду у вас совершенно другие желания, которые вот воплощаются. Начните благодарить. Не надо произносить «благодарю», не надо мысленно даже это прокручивать. Это просто внутреннее чувство, с которым вы живете постоянно. Вы должны этому научиться. Можете поначалу благодарить вслух про себя и перечислять миллиарды бесконечных, в степени миллиардов людей во всех реальностях, может быть, тогда вы себя приучите чувствовать. А потом это чувство будет просто с вами, и вы будете просто счастливы от этого чувства, от того, что здесь сейчас вы находитесь, и наслаждайтесь этой жизнью. Был такой вопрос, да, зачем мы войну создали? Это не хорошо, не плохо, но на тему войны я не хочу говорить. У людей еще недостаточное сознание для проявления, да, чтобы понимать всю глобальность и масштабность этой фигни. Внутренняя война со своими желаниями, внутренняя борьба, то, что вы не понимаете свои желания, вы не верите в себе, вы не чувствуете себя, вы не следуете там своей интуиции, не знаю, как это можно назвать. Вы все время внутреннюю борьбу ведете между тем, что у вас есть, и между тем, что вы хотите, и вот вы сейчас что-то хотите, но вы этого не делаете, у вас все время конфликт, можно сказать, внутренней женской энергии, там, принимать. Так, интернет, нет, не интернет, телефон сел. Вы хотите одно, делаете другое, вам приходится все время подстраиваться, вы войну сами с собой ведете. И когда у вас вот эта война с самим собой, это проявляется вовне. Наш мир просто зеркалит нам внутреннее состояние наше. Так. Чем отличается визуализация от ощущения того, что ты имеешь? Боже мой, какая визуализация? Просто вот, наблюдайте, все. У вас глаза есть, видеть то, что у вас есть. Отстаньте от меня с визуализацией, пожалуйста. Проходите свой урок, визуализируйте, смотрите, к чему это приводит, как вы при этом себя чувствуете, исполняется ли ваше желание. Если нет, значит, что-то вы не то делаете. Если вы визуализируете, и желание ваше не исполняется или стягиваются, там разрушается, ну так осознайте этот урок. Может быть, что-то я не так делаю? Зачем я эту правду доказываю? Может, как-то поменять надо что-то, да, в своей жизни? Отношение к жизни, да? Отношение к этому моменту, отношение к себе, к благодарности, отношение к тому, что, ну, вообще, кто я? Если вы... Блин, вот каждый пытается доказать свою правду и несчастлив в этом, да. И вот каждый раз «здравствуй, грабли» вам говорят о том, что, блин, ну что-то я не то делаю. Вы все равно это продолжаете делать и еще и пытаетесь в этом найти какой-то смысл, вопрошать ответы. Я вообще о другом говорю. В моей жизни, да, в каждом миге места визуализации нет. Места ходить и достигать каких-то желаний нет. У меня нет на это времени просто. Мое время занято на том, что я наслаждаюсь каждой секундой от того, что я его творю. И я осознаю, как его творю. И я благодарна, я каждому человеку дам свою энергию благодарности. То, что я, женская энергия, желаю кружку. Я принимаю эту кружку. Когда я поблагодарила, значит, я приняла труд каждого человека. У меня мысли только об этом. Зачем мне еще сидеть, визуализировать? Вот какой в этом нахрен смысл? Визуализируйте. Визуализируйте на здоровье. Так. Как я могу говорить другим людям, чтобы это не было плагиатом тебя? Да успокойся, я выхожу в эфир, рассказала про благодарность. Сейчас половину моих подписчиков ведут курсы про благодарность. И ничего страшного, круги на воде всегда расходятся. От меня все вообще хорошо. А я говорила про движ, все начали говорить про движ.
Я говорила про импульсы, говорят, про импульсы. Я счастлива от того, что люди начинают чего-то догонять и говорить об этом. Говорите, говорите. Мне не нужна вот эта вот слава, почет, а вот вы знаете, вот Нелли там придумала, сказала, рассказала, я там тра-та-та. Вот эта вот похвала от внешних Микки Маусов, да, которые создаю, мне не нужна. Я это наконец-то осознала, ну, не наконец-то, давно уже осознала. Раньше, конечно, за плагиат у меня просто крыша ехала. Ну как так? Вот только я что-то сказала, люди на этом уже деньги зарабатывают, уже вот 1000 человек. Вот зачем? Вот я это делюсь всем бесплатно, а все? Вот, боже, сейчас я так кайфую от этого. Да это классно, что кто-то начнет просыпаться. У меня есть 5-годичные там эфиры, 5 лет назад, которые я вела, о том, что у нас будет война, о том, что у нас будет расслоение общества, о том, что те, кто погрязнут в этом негативе, не проснутся и будут продолжать себя травить токсичными мыслями, едой и так далее, и так далее. Они будут жить в вечной жопе, в вечной войне, они будут жить в аду. Люди, которые проснутся, да, у них совершенно будет другая реальность. Вроде планета одна, но мы будем в такой параллельной реальности жить. И чем больше сейчас людей будут просыпаться, да, тем больше на моей стороне в хорошей реальности будут люди жить. Нас будет больше, это же хорошо. Боже мой, повторяйте все, что хотите. Так. Так, так, так. Зачем и как развивать лобную долю? Ребят, это вопрос не ко мне. Так. Что ты скажешь по поводу одинаковый? Не поняла вопрос, что вы имели в виду. Сохраню эфир, сохраню эфир, сохраню эфир. Все задали этот вопрос. Так. Читая свою волшебную таблетку, сейчас все понятно. Без таблетки сложно, мне кажется, воспринимать. Согласна, кто ее еще не получил? Я волосы немножко расчешу. Кто ее еще не получил, обязательно получите, потому что это действительно, ну, даже не волшебная, магическая таблетка, которую я пишу. На любую проблему вы поймете, что такое любовь, вы поймете, что такое благодарность, вы поймете, кто вы наконец-то, да, и как вы этот мир творите, и как можно во всех сферах все быстренько улучшить. Ну, не благодаря внешним действиям, визуализации, не благодаря каким-то внешним улучшениям, а только внутренние изменения вам отразят внешние изменения. Стоя перед зеркалом, не может человек вам в зеркале улыбаться, пока вы сами, блин, не улыбнетесь. Не может внешний мир вам показать что-то другое, отразить, да, чего внутри отсутствует в данную секунду. Мы все время, блин, гоняемся за внешней мишурой, ребята, теряем энергию. Даже вот сейчас, после таблетки на деньги, делала магическую таблетку, ну, человек 300, наверное, у меня ее уже заказала. Ну, 150 минимум, 50%, если не больше, на первом месте это финансы и долги. Люди начали получать деньги и начали радоваться этому, внешней этой мишуре. И почти там 50% мне написали, что они слегли после денег, в апатии, нет энергии, все плохо, температура, заболели, ноги отваливаются, хвост отваливается, лапы болят, все плохо, потому что плохо, вернее, неплохо, невнимательно прочитали мою магическую таблетку. Они стянули опять, гоняясь за внешней мишурой, побыстрее бы закрыть долги, побыстрее бы получить деньги. И вот только вот деньги им дадут радость. Упустили, невнимательно читая, да, и да, деньги получили, да, кто-то долги закрыл, таких много, но
потеряли отношения или здоровье, или работу, или еще чего-то, потому что вот из одного переместили в другое. И этот движ очень быстро произошел, и вот на этой ошибке люди наконец-то начали осознавать, как они, гоняясь за внешней вот этой мишурой, себе все портят. И я даже рада, что все получили такие уроки. И пока вы не поймете, да, вы будете постоянно: «Здравствуй, грабли! Пойду я визуализировать свое желание». Идите. Но потом не ходите по всем там нелям, психологам или там: «Помоги мне, пожалуйста. У меня все плохо в отношениях, у меня все плохо с деньгами, с долгами». Но вы сами это творите, вы сами делаете так, чтобы у вас были долги. Вы себе во внешнем кино вот этого мира просто показываете, как вы себя любите, как вы благодарны себе и людям. Вы ни хрена не благодарны, вы критикуете себя бесконечно, критикуете всех людей. Для вас старались, делали, а вы только вот и делаете, что критикуете. Вот все не так, все не эдак. Я получаю там после своих эфиров критику от того, что... Даже не знаю, как, то ли зависть, то ли еще что-то. Но это дело их. Как только я себя покритикую, сразу вот такая вот обратная связь у меня. Но я не об этом хотела сказать. Ладно, почитаю. «Квантовый рай», я так называю. Нелли, то есть я... Нелли, ты, то есть я так изменилась, милая, добрая, радостная, настоящая женщина, ты, я прекрасна. Я так ненавижу комплименты, пипец просто. Благодарите про себя, пожалуйста. Во всех эфирах говорю: не благодарите меня. Это такое унижение. Ты была такая не милая, не добрая, не радостная, не настоящая, а вот сейчас такая вот вся настоящая, радостная, добрая, боже мой. Пожалуйста, не делайте мне такие комплименты, блин. Унизили меня всю в прошлом. Я всегда была классная. Я всегда была милая, всегда была настоящая. Отстаньте от меня, пожалуйста. Смотрите только на себя и делайте себе комплименты, что вы видите свои внутренние изменения. Я была всегда классная, понимаете? А ты так изменилась, ты сегодня такая красивая стала, да? А всегда была уродиной. Я ненавижу эти комплименты. Пожалуйста, не надо, вот не хочу я принимать от вас такое. Внутренние изменения наблюдайте, кайфуйте от себя. То, что: о, мир мне вот сейчас вот это показывает. Я вот так изменился, я поменялся. Вот я сейчас вижу вот эти изменения, вот все круто. Так. То есть не надо было читать таблетку? Нет, не надо было ее читать жопой. Надо было ее читать внимательно. И все. Таблетку надо было читать. Но человек закрыл долги и получил еще один урок, если он гоняется за внешней мишурой, вот прям вот быстро и четко получил урок. Что сейчас, после этой жопы, да, фокус внимания наконец на внутренних изменениях, а не на внешних у людей. Поэтому все хорошо с таблетками. Так, вопросы по психосоматике сегодня не хочу разбирать, неинтересно. Если нужно разобраться, то на консультацию по психосоматике, что транслирует мир, какие шаблоны надо поменять. По болезни у меня разбор сейчас 15 тысяч рублей, чтобы я разобрала шаблоны, что транслирует мир, для чего у нас там болеют родственники, дети, мы, о чем нам это сигнал, да, какие внутренние изменения нам нужно сделать, не гоняясь за внешним, не ждать внешних изменений, не ждать, что кто-то выздоровеет, не ждать, что придут деньги, не ждать, что ребенок станет там здоров, или родители, или еще кто-то. Только внутренние изменения важны. К нам люди приходят исцелить нас. Больные люди к нам приходят исцелить нас. Они здоровы, им просто нужно поиграть в эту игру, прийти в наше воплощение, на нашу частоту реальности для того, чтобы нас научить жить, генерировать энергию. Да? И своими симптомами они просто показывают более точечно, да, куда смотреть, в чем нам нужно
проявиться, да, что нам нужно осознать в себе. И тогда, возможно, а возможно и нет, болезнь пройдет. Ну, в большинстве случаев проходит, в меньшинстве нет. Но люди приходят просто показать нам, как учителя, каждый, что нам нужно внутри поменять, чтобы полюбить себя, чтобы быть благодарным за сотворение, за то, что мы даем каждому человеку проявиться, за то, что мы своим желанием каждому даем работу, способ проявиться, способ жить, быть, существовать каждым своим желанием. И быть благодарным себе за то, что мы это все создаем, да. Быть благодарным, когда ты благодарен. Мы это значит принимаем то, что мы создали. То есть наша женская энергия, да, это принять, пожелать и принять. И наша мужская энергия — это делать. Мы точно так же должны проявляться. Представьте, у вас есть желание как-то проявиться, что-то сделать, что-то сотворить, принести пользу миру. Вы такие: «Я не могу, я боюсь, а что там подумают, а вот меня не примут, а вот покритикуют» и так далее. И вы что-то не сделали. В этот миг все люди мира лишились чего-то, да, что они хотят. Если хоть кто-то, кто там на заводе работал, чай там выращивал, изобретал что-то, что-то делал, как-то косвенно проявлялся, был учителем, там, был воспитателем в детском саду или еще что-то, кто-то скажет: «Я недостаточно хорош, я не готов там проявиться, меня покритикуют», и не сделает, у вас не будет в этот момент кружки, ложки, чая, и ничего не будет, потому что кто-то откажется проявляться. А вы осознанно все время убиваете этот мир. Вы отказываетесь проявляться, отказываетесь что-то делать. Вот вы захотели в эфир выйти, не вышли, долг к себе, минус энергия, вы ее забираете у людей, потому что вы им не даете то, что они хотят. Ваш мир пришел за энергией, да, а вы не проявляетесь, вы ее не генерируете, вы не даете им свое проявление, свое творчество. Поэтому мир на вас зол. Почему? Потому что они не могут получить от вас то, что они хотят. Или, например, даже вот такой банальный пример приведу. У меня в детстве такое, не в детстве, а когда я вот в школе была, в старших классах, потом в университете, я ходила на работу. И меня нигде не любили на работе. Я это через время поняла, конечно, но поначалу я не понимала, почему у меня конфликты в коллективе, меня никто не любит, потому что я была очень добрая, очень мягкая. Я хотела там полизать каждому жопу, потому что мне нужно было всем угодить. Я ж вся такая безотказная, я ж вся такая правильная, я вся такая хорошая. Я ничего для себя не делала, я себя не выбирала, я не выбирала свои желания, не делала так, как я хочу, да, чтобы сгенерировать энергию и воплотиться, да, проявить себя и что-то дать. Соответственно, у меня не было энергии, я не могла ей поделиться с коллективом. Коллектив не получал от меня энергию. Поэтому они меня ненавидели, потому что я, когда не получаю сама энергию, я ее и забираю из внешнего мира, потому что весь внешний мир — это мое проявление, это я. Когда я у себя краду энергию, не иду в свои желания, не выбирая себя, не ставлю себя на первое место, то, естественно, я эту энергию не у себя, не у своего тела, в смысле Нелли, забираю, я его у всего мира забираю, потому что весь мир — это я. Естественно, весь мир будет недоволен, потому что я краду энергию, я не даю проявиться другим, я не даю то, что им нужно, они меня создали для того, чтобы получить что-то от меня. А я их создала, чтобы получить что-то от себя. Ну, от них и от себя. Все. Меня ненавидит весь мир, потому что я забираю энергию, а забираю тем, что я не выбираю себя, не ставлю себя на первое место, не делаю то, как я хочу. Я пытаюсь подстраиваться, быть хорошей. Да кому я хорошая нужна? Я никому хорошая не нужна, потому что мне нет энергии, понимаете? Людям ваши проявления по барабану, что вы будете делать, что вы будете говорить, как вы будете одеваться, где вы будете там работать, что вы будете творить, что вы будете у себя дома рисовать. Всем по барабану. Им нужна только ваша энергия, которую вы генерируете действиями какими-то по своему собственному желанию здесь, сейчас. Не по тем желаниям, которые вам придумывает социум, там реклама, там платье, что-то пожрать или еще что-то.
А те желания, которые вы для проживания этого момента нужны, потому что это единственное ваше желание, а не только вот сейчас ваше желание, вот, вот как вы хотите прямо сейчас его проживать, а не что потом там будет. Надеюсь, я эту тему очередной раз за 5 лет обмусолила и вот то же самое всю сказала, там, но уже пыталась другими словами. Хотя прошлый эфир был тот же самый, я не знаю, позапрошлый тот же самый. Ой, хоть если кто-то, хоть один человек проснется, блин, я буду счастлива, потому что нас станет больше. И чем больше клеток моего тела, не я этого аватара, а клеток моего тела, высшего разума, Бога, Аллаха там, кого угодно, генерирует энергию, да, тем больше, тем здоровее и прекраснее наш мир. То есть если какая-то клеточка больна, ну, допустим, ноготь девочка вон там содрала на ноге, больно всему организму, страдает весь организм, понимаете? Мозг несчастлив, он в стрессе. Там глаза видеть этого не хотят. Все тело болит из-за маленького ногтя. И вот представьте, каждая клеточка спит и крадет свою энергию у всего мира и не дает в этот мир своими воплощениями ничего. Потому что вы сидите и трясетесь над тем, что а вот как я вот там чего-то там не сделаю, вот, а если сделаю, меня покритикуют, да кому вообще это нужно? Кроме вас никому, понимаете? Вы для себя должны это делать. Все, что вы делаете, делайте только для себя. Не ради кого-то, а ради себя. Но когда вы это делаете ради себя, вы эту энергию даете всем, понимаете? Когда вы что-то делаете кому-то, переступая через себя, вы у него забираете уроки, которые он сам должен пройти, вы ему не даете то, зачем он пришел на вашем пути. Вот мы все в разных реальностях находимся, на разных частотах. И когда нужно что-то кому-то отдать, какой-то клеточке, срезонировать, обменяться энергией, она поднимается там на вашу частоту, то есть вы настраиваетесь на одну частоту вместе и встречаетесь. Ему нужно ваше естественное проявление, вот которое вы можете, естественно, без всяких там недостаточно хорош. А вот именно вот в этот момент, такой, какой вы есть, ему нужно ваше проявление. А этому человеку нужно проявиться для вас, вот как он, естественный, вот с теми умениями и навыками, которые вот здесь сейчас есть. Вы все время себе придумываете, я недостаточно хорош, я недостаточно умен, а я что-то делаю не так, да насрать. Вы должны проявиться так, как вы можете. Именно за этим каждый, кто на вашей волне, пришел вот именно за этим. Если он пришел за чем-то другим, он бы был бы не с вами сейчас, а был бы с другим. Его бы на вашей частоте бы не было. Только встречные ваши желания могли всех этих людей собрать в кучку вот в этом, в этой реальности, на этой частоте, можно так сказать. Так. Если хочется пропить антидепрессанты, можно пропить. Ну, если вам хочется это потравить себя, пожалуйста. Но это не ваше желание, это, короче, не ваш. У меня к теме еды и к таблеткам, врачам, которые абсолютно не понимают, что они делают. Вот их как научили, да, так они и следуют за деньги. За деньги следуют инструкции, выписывают то, что вас убьет. Ну, если вы хотите, пожалуйста, вы уроки свои проходите. Конечно, можно, можно все. Будете потом больны еще больше. Ну, как бы это ваш урок. И будете учиться себя любить. Так, я отключаюсь, потому что у меня сел эфир. Ой, сел эфир. Сел телефон. Я надеюсь, хоть кто-то меня сейчас поймет. Если хоть одна клеточка будет со мной на одной волне, если хоть одна клеточка начнет генерировать энергию, делая для себя, принося пользу, генерируя энергию, проявляясь так, как хочет, выбирает себя, ставит себя на первое место, живет настоящим, принимает весь этот мир, который он творит. Блин, это круто. Нас
будет больше. Естественно, внешний мир, который мы коллективно проявляем, будет меняться к лучшему. Когда все находятся в спящем состоянии, это выгодно. Паразитам выгодно, да, и не нам. Это выгодно, чтобы мы были как дойные коровы, доили тех, отдавали свою энергию. Вот. И видели этот мир, который мы создаем вокруг себя, вот такой вот с войнами, с проблемами и так далее. Вот. Но чем больше людей, которые эту энергию будут генерировать, тем общее коллективное сознание будет творить, ну, совершенно другую реальность нашу общую. Поэтому мне по кайфу делиться. Делиться — это умножаться. Один плюс один. Вернее, клетки разделились, можно так сказать. Их стало две. Поэтому делиться — это круто. Что я вам еще хочу сказать? А, по поводу таблетки магической. Вы пишете свой запрос в чат-боте, либо в директ. Например, мужчины нету, отношения, там, здоровье, или денег, или долги и так далее. Я пишу вам текст. Текст большой, придется его долго читать, учить и жить вот так, как там написано. И вы сразу будете видеть изменения в реальности. Мгновенно будете видеть. Но те, кто зациклен будет на внешних, конечно же, да, будут видеть не очень замечательно сел. Как заказать магическую таблетку? В Инстаграм ссылка в шапке профиля, там или первая, или вторая кнопка сверху будет. Там меню, таплинк открываете, там все мои книжки, все мои ресурсы, бесплатные курсы, чаты в Телеграм. Заходите. Если это видео на YouTube, то... Под видео ссылки, заходите в мой чат, либо информационно мой канал в Телеграм, и там можете, ну, всю информацию увидеть. Если это в Телеграм видеоканале, то там пишите, короче, в комментариях, я ссылку скину. Все, я вас благодарю. Большое вам спасибо за то, что были со мной, подзарядили меня своими встречными желаниями услышать какую-то информацию, вырасти, расшириться, что-то познать, осознать. Вот. Я дарю вам всю свою любовь и благодарность за то, что вы со мной были. Целую, пока.